Всем привет! Сегодня какое у нас число, папка? Мамка, как всегда, не знает. 25. Да, сегодня 25 февраля. Ну вот сейчас у нас вылезло солнышко. Утром, конечно, мы проснулись, был такой туман. Было даже сколько? -2, наверное, да? -2, все стояло такое сырое, застывшее. Решили не работать. Вчера тоже не работали, потому что вчера вообще был целый день такой морозец тоже. -1, -2, целый день держалась, да еще туман. Но вот сегодня солнце вылезло, но уже поздно, уже 3 часа дня. Хоть и 5 градусов, хоть и тепло, но поздно, потому что по планам у нас сегодня было залить плиту. Вот мы ее уже всю выровняли. Сняли внутреннюю опалубку всю. Проложили коммуникации, то есть вот это в нашу баню вход водички. Это у нас из нашей бани выход водички, так сказать, канализация. Полностью вот ее уже выровняли, заложили всем. Чем это, папка? Отсев, да, у нас? Отсевом. И вот очень хотели уже заливать плиту. Так думали. Хотели поработать, но, видишь, с погодой не повезло. Завтра тоже не знаем, непредсказуемо. Была бы такая погода хотя бы в 10 утра. Но он сейчас горы все раскрываются. Смотри, там какое испарение, да. Может быть, завтра, надеемся. Хотя по прогнозу завтра тоже, да, не очень прогноз, да. А сейчас-то, конечно, солнце палит вообще, как будто, блин, все 12-15 градусов тепло. Ветерок махонький, можно сказать, нету, и даже и не холодный. Вот, так что... Такие дела, стройка стоит. А, ну мы же залили еще эти столбики. Да, здесь у нас будет коридорчик. Ну, вход в баню, то есть раздевалка. Вот, залили столбики, наварили столбики посерединке. Вот, делов-то так-то сделали нормально, но хотелось бы, конечно, больше. Так уже хочется разбодряться с этим фундаментом. А, вот у тебя выход канализации, да? А, я даже и не видела. Вот он, видишь, все проложено. Нифига, вы что, утрамбовывали, что ли? Ну, тогда. Да, утрамбовывали? Ну, мы тоже на жопе просто так не сидели. Я вчера, сегодня делала ремонт у мамы. Даже позавчера, да, даже ночевала одну ночь у нее до позднего вечера. Клала плитку. Клала плитку на кухне фартук. И клеила обои. Вот сегодня с утреца мы у нее все доделали. Так что мы все равно без дела не сидели, даже и в плохие пасмурные дни. Ну так вот хотелось все доделать. Ну что бы вот такая погодка с утра бы не была, да? Ну, такая да. Красотень. Ну ладно, все равно не везде ничего. Ну ладно, всем пока, до новых встреч. Тепла вам и нам тепла. Так уже хочется весны, жары, в поля. Счастливо!